Для нас совершенно естественно ходить по земле, наливать воду в стакан, класть учебники на парту. Все это мы делаем благодаря гравитации, силе, с которой наша планета тянет все к своему центру. В космосе гравитация очень слабая, поэтому все вещи и люди находятся в невесомости и парят словно пушинки. Вода на борту космического корабля обычно принимает форму маленьких шариков, поэтому ее помещают в специальные герметичные пакеты. Российский космонавт Константин Борисов показал процесс умывания на Международной космической станции. Всем привет с борта МКС. Я вам сейчас расскажу, как мы умываемся. А вот здесь у меня питьевая вода, заправленная такая комнатной температурой. Я открываю клапан и прям беру и наношу капельки воды на лицо, смотрите. Получается такое желе, которое притягивается к лицу. И на нем остается, если резко не дергаться, то здесь вода и будет находиться. Вот так набрали воды, закрыли клапан. И вот так она остается. Вот так шевелится, она так вот перетекает прямо по лбу, как живая. Дальше просто берем, умываемся. Никуда она почти не разлетается. Небольшие капли могут попасть на панели, но они высохнут. Потом берем полотенце. Вот так интересно наблюдать за водой в невесомости.